Батон, смотри, Алиса, кажется, куда-то уходит. Ребята, мне нужно ненадолго уйти, но совсем скоро я вернусь. А мы что, одни останемся? Как же так? А с кем мы будем веселиться? Ну вы не переживайте, я вызвала для вас няню для животных. Она с вами поиграет, пока меня не будет дома. Няня? А что такое няня? Няня, это для малышей, а мы уже взрослые. Мяу. Ребята, вы напишите в комментариях, как эта няня будет вести с моими питомцами. И не забудьте поставить лайки, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну все, я пошла, не скучайте. Ну здрасте, буду вас нянчить. Какая-то она стрёмная. И не говори. Ну так, слушайте, шмакодявки, я вообще животных не люблю. Вы воняете, линяете и разбрасываете свои какашки, где попало. Ви, как некультурно. Я здесь только потому, что мне заплатили. Так что сидите здесь тихо. А я пойду заниматься своими делами. Вот тебе и няня. Вот и повеселились. Не переживай. Сейчас еще как повеселимся. Нужно эту противную няню проучить. Отличная идея. А как? Есть у меня пару вариантов. Иди, отвлеки ее пока. Няня, няня, покорми меня, я есть хочу. Ну покорми меня, няня, няня, я такой голодный. Эх уже ж, ну ладно. Не дам мне твое, мое. Собакам это нельзя. Это что, слайм? Батон, батон, я тоже кое-что придумал. Можно теперь я? Ну, давай. Молодец, Тобик, моя школа. Фу, это что, собачий корм? Какая гадость. Ну, я вам сейчас задам. Кушать-то хочется. Пойду еще порось в холодильнике. А вы, чтобы не звука. Батон, есть еще идеи? Конечно. Ты бери, рассыпай эти шарики, а я пока займусь тепленьким, мягеньким сюрпризом. Ого, вот это да! Это что, как Колины? Как же я ненавижу животных!
но сейчас я вам задам. Они позвали друзей на помощь. Сейчас они меня съедят. Батон, красавчик, как мы ее? Вот и повеселились. Мяу. Привет, мои хорошие. Скучали без меня? Ой, а где няня? Ушла стирать кроссовки. Что? Канал Алиса Киса.